Можно это интервью небольшое? Как вы относитесь к этой вот тусовке? Позитивно, положительно. Не, я имею в виду тот клип, когда Гек УГВ, там были вы. Расскажи, как это происходило, вообще как вы познакомились с Александром Мэдом, как это все застыковывалось и вообще. В 98 году. Есть влажные салфеточки? Течет. Да не, просто у меня куртка очень специфическая. Она все. Да, спасибо большое. Да. Я автомобилист. Саша Мэтт. Костя Крыш. Дай Мичаев. Это Дай Мичаев из Нонеймер. Да, я стал Геком, а УГВ стало УГВ. То есть мне тоже сегодня 16 лет, как Геком. В общем, поздравляю вас, поздравляю. Спасибо большое. Ну, что, я люблю УГВ, я люблю Сашу Миада. Спасибо вам огромное. Всего вам хорошего. До свидания. И в наших районах, спальных передовых окраин, УГВ превращает русский хип-хоп в пламя. Хочешь играть с нами, что тебя держит, погнали. Я ведь тебе доверяю, будешь нести знамя УГВ. Будешь читать с нами УГВ. Будешь бомбить с нами УГВ.